Здравствуйте. Смотрите, сегодня вы мне сдавали домашние до этого. В общем, все те, кто сдали, сделали там pull-request, я всем зачитаю эту домашнюю. Дальше, после сегодняшней лекции, надо будет эту домашнюю доделать. Но все, кто прислали, всем будет зачтено это все. Поэтому сегодня, значит, мы сначала проанализируем то, что вы мне насдавали. Я тут вот сделал... Ваш код взял и сюда вот лекцию поместил. Потом поговорим о тестировании. И в конце я вам покажу, как, ну, вживую, по коже, покажу, как писать эти тесты к тому, что вы делаете. Смотрите, домашнее было вот такое, да? И как можно заметить, здесь несколько частей, да? Смотрите, во-первых, здесь вот есть какой-то цикл от 1 до 100. Во-вторых, казалось бы, стоит задать вопрос, а что ваша программа будет делать, если сюда дадут на вход числа не от 1 до 100? Ну вот смотрите, здесь уже противоречие, да, вот здесь написано, выводит на экран от 1 до 100, а тут какой-то диапазон уже есть. Надо было задаться вопросом, типа, все ли тут в порядке. То есть, казалось бы, можно было бы from и to игнорировать. Ну, в задании же написано числа от 1 до 100. Зачем тогда from to? Не очень понятно, да? Если вы их не игнорируете, значит, надо учитывать то, что слева, и то, что справа, как-то обрабатывать. Вот, дальше в программе есть кусок, который понимает, что вывести на каком-то конкретном значении счетчика, да? Если там тройка, то вывести одно слово, если пятерка — другое, если делится на 15, то третье. То есть здесь есть как минимум четыре части. Да? Одна часть — это ограниченные значения, которые хорошо было бы проверить. Я видел из всех работ только одну, где проверили, что from меньше to. Больше никто ничего не проверял. Второе — это цикл сам. Третье — это понять, что выводить. И четвертое — это сам вывод, собственно, да? Ну вот смотрите, здесь вот выводит на экран, это такое обтекаемое понятие, можно к нему тоже придраться. Почему-то никто не сделал реальное там UI, приложение с UI, чтобы на экран реально выводилось, да? Ну, брали для этого терминал и, соответственно, использовали в основном System Out. Ну, то есть здесь тоже можно было бы подумать, да, что такое экран. То есть существуют различные способы вывода данных, там, сделать UI, выводить на экранчик, сделать файлик, выводить в терминал и так далее. Теперь, что было не очень хорошо, да, что я нашел в pull-реквестах, что кто-то менял, собственно, мой код написанный, да, там кто-то там авторство менял, кто-то комменты стирал, кто-то интерфейс переименовывал. Казалось бы, вы должны были по заданию просто дописать что-то рядом. Ничего не трогать в том, что есть. Ну да, еще трогали те классы, которые были на паре созданы. Это, собственно, вот второе, да? Потом была проблема с форматированием. Ну, границы я уже сказал. И кто-то там менял пэкэдж на другой, потому что неправильно был проект собран. Ну, я сейчас эти все примеры покажу. Значит, кто-то мне сдал вот такое вот решение. Сколько, смотрите, здесь можно придраться как минимум к трем вещам. Во-первых, эта штука работает неправильно. Просто потому что вот здесь вот задание от 1, выводить числа от 1 до 100, а в коде цикл не до границы. Ну, то есть здесь, если вы дадите на вход 1.100, то у вас выведется 1.99. Второе, вот это вот странное, вот это вот, вот здесь вот есть пробелчик, здесь нет пробела. Здесь есть скобочка, тут нет скобочки. Как бы это очень странный формат. И еще смущает вот этот момент, да, ну, казалось бы, это по коду, по задаче правильно, но зачем делать два действия, если можно поделить на 15? Потом есть вот такая штука. Что здесь, казалось бы, здесь уже все лучше, да, здесь каунтер уже корректный. Но тут есть вот такой момент, ну, во-первых, здесь опять скобочек нет, да, казалось бы, хотя одна операция. Но вот этот кейс, он, казалось бы, корректный, да, что если у нас одна операция после if, то давайте скобочки не будем ставить.
Но это как бы мина замедленного действия, потому что если вдруг вы захотите добавить внутрь этого ифа что-то еще, то можно забыть поставить скобочки. И у вас как бы будет баг потом в программе. Но основная претензия вот к этой вот штуке. Смотрите, вот здесь вот for, внутри создается boolean, и дальше он как-то переопределяется. То есть вы каждый заход в цикл создается переменная, которую можно было бы не создавать, ее можно было бы вынести наружу. То есть один раз создадим вот этот must prime number, вот тут вот, и дальше будем его здесь вначале просто выставлять в true. Ну, то есть, возможно, как бы Java это оптимизирует, он надеется на Java такое себе, поэтому лучше сделать код сразу понятнее и более оптимальным и переместить это наверх. Вот, были еще вот такие вот решения. Это здесь вопрос к синтаксису, во-первых. Ну, то есть вот так вот в Java никто не пишет. Так, наверное, пишут в каком-то другом языке, тот, на котором автор любит писать, но так не пишут в Java. If else. Ну, здесь везде должны быть скобочки. И... казалось бы, это даже неправильно работает, да, потому что число, которое делится на 15, оно зайдет вот сюда вот, выведет физ, ну и, собственно, все. И второго вот этого слова не будет, потому что здесь везде if else. То есть здесь еще неправильная логика. Потом был вот такой вот кейс. Тут опять кто-то везде поставили скобочку, тут забыли. Но это просто выглядит, смотрите, здесь в чем прикол, да, что тут поделили на 3, тут поделили на 5, внутри еще раз поделили. Выгоднее было бы один раз поделить на 15 или тот же вот этот булин, да, выставить заранее. Но зато здесь string result, смотрите, он наружу. Переменная не создается по 25 раз. С другой стороны, конкатенировать строчку — это не очень хорошо в Java, потому что string, если кто не знал, он immutable. Поэтому, когда вы делаете string плюс равно что-то, у вас создается на самом деле новый объект строчки. То есть вот здесь написано не result плюс равно по факту, да, а result равно new string, там old result плюс вот этот fizz, и это все сохраняется в переменную result. То есть конкатенация строк в цикле — это не очень хорошая затея. Надо делать string builder, я видел такие решения. Ну, либо не конкатенировать строчки. Здесь опять скобочка и... что тут еще? Ну, вроде остальное более-менее. Потом было вот такое вот решение. Ну, то есть тут, смотри, что-то еще, да? Но вот этот public class run, я помню, были гайды, я вам показывал, что классы надо называть с большой буквы и существительными. Ну, и вот здесь опять же пробелу не хватает, да? Ну, то есть названия классов должны начинаться с большой буквы, каждое следующее слово тоже должно начинаться с большой буквы и существительное. Был вот такой вот кейс. Меня он смутил тем, что слишком много, да, смотрите, вот здесь i модуль делим на 3 не равно нулю, не равно нулю, здесь опять 0,0. Ну, как вы раньше могли заметить, да, проще было бы просто поделить на 15, на 3 и на 5. Чем угородить вот эту... Ну, то есть вот это можно было бы сильно упростить. Но зато в плане форматирования это прям чудесный код. Да, и, кстати, смотрите, вот сейчас не про этот код, да, но вот был еще вот такой нюанс, да, кто-то делал print, а кто-то делал printline. То есть здесь вот еще есть в задании такая неоднозначность, да, делать перевод строчки или не делать. Вот, было еще вот такое вот. Ну, здесь тоже хотелось бы видеть скобочки, но это вот было, что класс называется FB. Возможно, это Facebook, возможно, это что-то еще. Но, в общем, название никак не говорит о том, что происходит. То есть, если вы захотите найти реализацию вот этого интерфейса, да, то что надо будет делать? Надо будет зайти в интерфейс, в идее найти его...
ну, нажать там горячие клавиши или нажать мышкой стрелочку, найди мне все реализации, и только потом вы этот класс FB найдете. Так не очевидно, как его обнаружить. Ну и плюс здесь строчка, во-первых, остается внутри цикла, опять конкатенация строк, плюс нету здесь отступов. К слову, более-менее формальные отступы за вас может сделать... Да, и вот здесь еще не надо сравнивать строчки на равно-равно. То есть вам может вести, потому что некоторые строчки Java кэширует, а именно те, которые вот в литералах. Ну, то есть у них будут ссылки одинаковые. Но в общем и целом надо делать equals. Тогда строчки проверятся не по ссылке, а по значению. Было еще вот такое. Здесь даже, смотрите, здесь две проблемы. Ну, то есть здесь есть еще куча кода, да, который решает эту задачу, но были некоторые люди, которые переименовали интерфейс. И вот эти вот скобочки, ну, это тоже совсем не про Java, это про какой-то другой язык. Но Java так не пишут. По поводу интерфейса. Смотрите, был у вас интерфейс FizzBuzz, и вам по-хорошему надо было жить в том мире, который был создан. То есть если вы придете на работу, там будет там огромная кодовая база, и вдруг вам что-то не понравится, то попытка сделать рефакторинг может привести к тому, что вы полпроекта перелопатите, а еще неосторожно нажатие reformat, и как бы будете потом долго-долго, зачем будете заново переделывать задачу, потому что изменилось слишком много кода. Там, кстати, были в pull-реквестах какие-то изменения, где просто взяли, отформатировали, там комментарий мой, что-то еще поменяли. Ну, в общем, сделали те изменения, которых не должно было быть. Ну и, соответственно, если вы делаете I, то есть альтернатива. I — это impl, допустим, да? Ну, оба варианта не очень, но как бы, в принципе, если вы называете интерфейс буквой I, то тогда у вас будет нормальная реализация FizzBuzz. Если вы делаете интерфейс без I, то можно было бы назвать это impl. Ну, это как бы оба решения, которые, скажем так, плохие. И то, и то. Было что-то вот такое. Почему оно мне... Ну, здесь опять что-то сформатировано не так. И вот, здесь я хотел показать, что есть systemout print, а есть вот как люди пользовались, есть systemout println. Ну, то есть не нужно, если вы хотите сделать перевод строки, то лучше вызвать println и не писать явно символ. Тем более, что символ перевода строк на разных операционных системах разный. Это как бы system depends ситуация. И надо смотреть, ну, где-то еще и будет slash r, например, перевод каретки. Кто-то сдал вот такой вот еще код. Ну, здесь ясно, да, здесь скобочки поставлены так, тут так, здесь вот так вот, тут какой-то перевод, ну, пустая строка, здесь вообще две строки. Ну, в общем, про форматирование мы еще обсудим, и я вам буду еще рассказывать, как сделать так, чтобы вот нельзя было так сделать, иначе у вас не соберется проект. Есть. Ну, то есть, смотрите, вот вам лично, как тому, кому надо просто решить задачу, вам выгодно писать, как вам хочется, да? Вы написали, как хотите, вы задачу решили, вы от нее отстали. Больше не тратите на нее время. Но если у вас там разработчиков много, то надо, чтобы все писали в едином стиле. Поэтому не очень хорошо так делать, и лучше сразу делать нормально. Ну, было как бы еще вот такое вот решение, да, смотрите, if, enter, тут скобочки, тут else, тоже пустая строчка. В общем, кто как мог развлекаться, тот так развлекался. Ну, и здесь опять же, смотрите, логика очень сложная, да. Были решения, где поделили на 15, потом зашли, поделили на 5, потом еще зашли в else, тут еще поделили, тут опять else. Казалось бы, здесь можно было бы сделать это все не иерархично, а плоско. Плоскую структуру из этого, и было бы понятнее. Так, здесь
Ну, здесь опять string. Где-то есть пробел, где-то нет пробела. И вот это вот integer плюс string на самом деле можно так не делать. Когда вы пытаетесь что-то добавить к строчке, то string вызывается автоматически. Ну, то есть вы когда берете строку и к ней что-то прибавляете, то, что вы прибавляете, у того вызовется этот toString неявно. Так, кто-то написал вот такое. Ну, здесь тоже, да, что как бы поделили на 3, поделили на 5, тут опять поделили на 5, и как бы не очень понятно, что происходит. Почему здесь делятся на 5, тут делятся на 5 по коду, непонятно, что делается. Ну и опять нет скобочек никаких. Да, еще смотрите, вот есть такой момент, да, to плюс 1. Ну, то есть не очень, ну как бы тут вот спорный такой момент, да, либо писать меньше равно, либо написать плюс 1. Но опять же нету пробелов там разных. Было еще вот такое вот. Но тут хотя бы вот в pull request было явно указание, да, что вызываем от 1 до 101. Ну и при этом здесь, то есть меньше, и тут показано, как это вызвать. Ну, вот это было делать, там не обязательно надо было внутрь запихать, потому что нигде больше i не используется string наружу. Ну и лучше использовать string builder в таком кейсе. Да, ну и да, вот здесь тоже можно было плюс равно. Да, вот кто-то сделал, смотрите, плюс slash r. Ну, на самом деле, не обязательно. Если вы вызываете println, то Java сама поймет, что выводить. Так. Потом было вот это. Здесь, в принципе, все нормально. Единственное, что на прошлой паре было, что модификаторы должны ставиться в другом порядке. А именно private static final int. Ну, в общем, есть явно указанный порядок модификаторов, которым надо следовать, и вот здесь он нарушен. А так это уже шаг вперед, да, смотрите, уже кто-то вынес переменные. Явно указывает, как это вызывать. Да, и второй нюанс, что, смотрите, правильнее было бы... Да, есть еще, смотрите, две ошибки, да, что по-хорошему вы должны создавать не конкретный класс, когда вы хотите его заиспользовать, а надо создавать интерфейс. Ну, то есть у вас интерфейс определяет контракт того, как использоваться чем-то, поэтому вот здесь должен стоять интерфейс, здесь должно быть нормальное название, а не буква А, потому что потом никто не поймет, что это за буква А. Ну, если у вас будет большая такая простыня кода, где-то там стоит А, то это не очень хорошо. То есть, казалось бы, здесь надо было написать физбас, там, условно, там, физбас равно new физбас класс. Ну и вызвать print. Вот, кто-то пошел тоже. Тоже было неплохое решение, что вот вынесли этот string. Но вот тут вот надо было string вынести, как вынесли вот здесь, в статичные переменные. Потому что если переменная статичная, то она у вас создастся один раз и будет жить все время программы. Выделится под нее память. А если вы делаете их не статичными еще и на стеке, то вот каждый вызов print будет создавать у вас вот эту строчку. Это раз. Во-вторых, вот тут переменная должна была быть с маленькой буквы. Ну и строчки конкатенировать, опять же, не очень хорошо. И скобочки. Кто-то еще сдал вот такую вот штуку. Но это тоже никуда не годится, потому что, ну, давайте называть говорящими названиями. А то, что такое del1, del2, это непонятно. Был кейс вот такой вот. Ну, здесь хотелось сказать, что вот давайте не использовать var, потому что, когда вы будете использовать var, если вдруг захотите, то вы потом в коде ничего не поймете. Здесь надо было бы... А, подождите, я... Да, это название. Я ошибся. Ну, в общем, тем более, да? Казалось бы, что var — это ключевое слово.
И не стоит мешать ключевое слово с названием. И плюс main, ну, тоже должен быть с большой буквы название класса. Также был... Ну и заметим, да, что никто не взял, не стал проверять, что там числа подаются на вход меньше единицы или больше там 100. Да, было еще вот такое вот. Ну, это просто неправильно настроенный проект. Подойдите, потом нормально настроим. То есть формально у вас должен быть проект настроен так, что вот package начинается с ru. Main — это просто папочка, а Java — это source root для исходников на Java. Вот, был еще вот такой вот кейс. Смотрите, вот здесь был шаг вперед. Во-первых, сделали вот... Ну, было несколько решений ввода с терминала вот этих чисел, да? Но здесь вот есть еще, смотрите, from меньше to. Вот уже как бы здорово, да, смотрите. Кто-то проверил входные данные. Но это не единственный кейс, который не очень, поэтому все равно недостаточно. Кто-то делал через там output stream buffered reader, но, в общем, не один единственный человек так сделал. Это шаг вперед, скажем так, в данном решении. Ну и здесь, опять же, желательно интерфейс указать. Был еще вот такой вот, тоже такой большой шаг вперед, когда модификаторы назывались правильно, порядок правильный, но теперь переменные названы неправильным. Переменные должны называться с большой буквы, если это константы, да? Но здесь был шаг вперед в том смысле, что решили замерить время. Это как бы хорошо, и я хотел бы здесь сказать, что так время замерять неправильно. То есть когда-то давно так время, только так время и замеряли. Это было все корректно, всем все нравилось, но потом пришли знающие люди и сказали, что это все некорректно, и вообще в Java нельзя так время замерять. И появилась такая утилита JMH, которая позволяет сделать бенчмарки, которые посчитают время корректно. Если вы погуглите, есть такой человек Алексей Шепелев. Он был одним из разработчиков этой утилиты. И у него есть там страничка в интернете, и там есть лекция про то, как правильно это все замерять и какие проблемы могут возникать. То есть, например, если ваш... То есть, смотрите, ваша программа на Java, компилятор, он может все вам соптимизировать. И, например, вот этот print, зная, какой там будет результат, он может взять и этот код просто, ну, сжать. Ну, не факт, что в этом кейсе, потому что вы тут считываете... Но если бы у вас были бы какие-то математические вычисления, да, с явным результатом, то компилятор мог бы просто ваш код весь удалить и подставить просто результат. И ничего не выполнять. И вы бы время замерили бы некорректно. То есть из-за того, что Java оптимизирует, надо уметь измерять это правильно. Были еще вот такие два решения. Ну, виды, да. Кто-то написал default, кто-то написал static. Ну, дефолт еще ладно, это куда ни шло, но статик, смотрите, чем плох статик? Статик плох тем, что если вы захотите отнаследоваться от интерфейса и переопределить этот метод, то у вас не получится. То есть даже если вы переопределите, то вы не сможете поставить аннотацию override, и по факту у вас не переопределится этот метод. И там ситуация такая, да, что вот вы в интерфейсе написали статик, потом отнаследовались, назвали метод с таким же названием и решили, что переопределилось. При этом аннотацию вы поставить не сможете. А если вдруг вы вызовете этот метод, который вызывает другой метод интерфейса, а интерфейс вызывает статичный, то у вас вызовется метод интерфейса, а не наследника. Ну, это надо будет потом на примере показать. Ну, дефолт, но хотелось бы на самом деле видеть, как бы ничего против не имею, но можно было бы и все-таки отнаследоваться. Вот то, что было, да, что как бы вот есть порядок модификаторов. И, собственно, в утилите CheckStyle, которая производит статический анализ кода, там есть проверка, что они вот именно ровно в таком порядке. И вот была ситуация про
название, да? Ну, просто еще раз тут слайд спрошу у парня. В общем, таким образом, смотрите, в вашей программе получалось ну, даже больше, даже не 4 части, даже 5 частей. Вот есть еще пятая часть, да, считать данные входные, кто-то это делал, проверить граничные значения, научиться по текущему числу находить ответ. Где-то тут есть где-нибудь? Ну вот, научиться по текущему числу находить то, что надо вывести, и, собственно, сам вывод. Вывод может быть тоже в разные места. Теперь, значит, как можно было бы делать домашнюю по-другому? Ну, я в основном не видел, чтобы кто-то это тестировал, я видел просто там main, которым вызывался, ну, то есть тестировали в основном глазами. Там я видел строчки, типа, создали main, в нем создали этот класс, и от класса, ну, и вызвали просто print, да, с какими-то значениями. Я так понимаю, что это все несколько раз запускали, смотрели, что выводится. Поэтому вторая часть — это, собственно, тестирование, да? То есть, когда вы начинали делать задание, надо было по его описанию подумать о том, какие проблемы могут возникнуть. И как бы, как говорится, есть два вида мышления, да? Одно мышление типа разработчика, а второе мышление тестировщика. И вот разработчику нужно сделать, получить какой-то результат и сделать его побыстрее, ну, в идеале, да, быстро идем к своей цели. А тестировщику надо сделать так, чтобы ничего не сломалось. Иногда в процессе написания кода эти две вещи конфликтуют, и если сильно думать о том, что может сломаться, код начинает писаться медленно, потому что много раздумий. А если не думать про тестирование, то код пишется быстро и легко, зато потом куча багов. Поэтому надо какой-то соблюдать баланс, да, между этим всем. Ну, собственно, тестирование, да, что мы как бы находим какие-то, обозначаем какие-то критерии, по которым мы будем считать наше программное обеспечение или программу корректной. И благодаря тому, что мы их обозначили и как-то ну, нашли какие-то способы эти правила проверять, мы уменьшаем количество багов в нашей программе. Ну, то есть, как минимум, вот из тех примеров, как минимум два работало не очень правильно. Но я как бы не буду про тестирование вам лекцию читать. Перейдем ближе к делу. Есть вот такая штука, как модульное тестирование или юнит-тестинг. И оно обычно, ну, это самое как бы, это все сделать проще всего. То есть, условно говоря, вот у вас есть метод print, это какой-то кусочек программы, да, вот можно было бы с помощью юнит-тестирования протестировать один метод. Ну, то есть самая минимальная единица, да, это метод, который у вас есть в Java для проверки. Ну, здесь имеется в виду не метод, который в Java метод, да, а метод как бы как... Вот обычные люди разговаривают, незнакомые с разработкой. Как бы метод не про Java в данном контексте. Ну и, собственно, дизайн — это речь о том, как должно все работать, реализация, как работает по факту. Вот, и тут есть, как бы, получается, когда производят тестирование, там есть, как бы, 4 кусочка. Вначале берут и настраивают какой-то environment, да, или там окружение, для того, чтобы ваша программа выполнилась. То есть, например, когда вы делали домашнюю, вам предварительно, казалось бы, надо было создать экземпляр интерфейса, чтобы вызывать у него метод print. Да, то есть вы не можете же просто взять и что-то вызвать, надо сначала создать тот класс, который это делает. Дальше вы как-то взаимодействуете с той штукой. Ну, обычно сетап, конечно, не про то, сетап — это про то, что если вам нужны какие-то дополнительные данные для тестирования, то вот они сначала настраиваются. Дальше вот есть такой этап exercise, да, это когда вы действительно вызываете вот эти методы, там, print, не print, и пытаетесь как-то, ну, и получаете результат. Здесь сложность была в проверке в том, ну, в том формате, в котором все домашние сделали, где выводили system-mount println. Сложность была ровно, ну, основная сложность проверять
это то, что это выводится в терминал. То есть если задача переформулировать, а давайте там выводить в строчку, возвращать стринг, или давайте создадим массив на 100 элементов и будем его заполнять, то проверять было бы намного легче. Но вот как бы проверять вывод в консоль — это не тривиально, ну как бы не сходу эта задача решается. Вот, потом происходит проверка того, что ваши данные, которые были получены, корректны. И есть еще этап teardown, это типа вернем все как было. То есть, допустим, как протестировать вот этот ваш метод? Надо сделать так, чтобы вы выводили данные не в терминал, а куда-то еще. Для этого можно... Ну, то есть, если вы в программе написали system.out.print или там println, то чтобы проверить, надо было этот system.out сказать, что system.out теперь выводится в другое место. Но это я вам покажу сегодня позже. Ну, то есть это вот сетап. Типа взяли system.out и сказали, что он теперь пишет там в буфер наш. Создадим сами свой массив, в него будем писать, потом из массива достанем строчку. В консоль типа не будем писать. А в кейс, а в методе teardown возьмем и скажем, что теперь system.out опять то, что оно и было. Вывод как бы стандартный, ну, то, что было, да, вывод в терминал. Есть такая штука, соответственно, G-Unit, которая позволяет это тестирование производить. Юнит-тестирование и там другие виды тестирования тоже. Но сейчас поговорим про... Ну, G-Unit — это последняя версия библиотеки для тестирования. Соответственно, тестирование... Чтобы написать тест, нужно... Это делается в основном с помощью аннотаций. То есть вы создаете класс какой-нибудь, в этом классе создаете метод, метод маркируете аннотацией тест, и тогда вот этот фреймворк G-Unit поймет, что вот этот метод является тестовым, и надо его запускать. Дальше есть еще... Ну, это сейчас малая часть вообще всего G-Unit, но я сейчас рассказываю то, что... Ну, то, чего вам хватит как бы на текущий момент. Есть такой метод вот before all, он должен быть статичным, и получается как, у вас есть класс, в классе есть какие-то тесты с аннотациями собака-тест. Дальше вы можете создать статичный метод, который вызовется перед запуском всех этих методов. Ну и делаете ему аннотацию before all, и вот он будет вызываться. Есть еще аннотация before each. То есть если before all вызывается перед всеми, то before each перед каждым. Ну, есть как бы их антонимы такие, так называемые, да, есть after each, то, что после, и after all. Соответственно, выглядит это примерно вот так вот, да, что у вас есть какой-то класс с кучей тестов, вы сделали метод с аннотацией before all, он один раз вызвался в начале, сделали метод с названием before each, он будет вызываться перед каждым из тестов. То есть здесь тест 1, там тест 2, тест 3, after each после и after all после всех. Вот, это все соответствует тому, да, что мы вот в before all и в before each настраиваем какую-то внешнюю среду для тестирования. Ну, то есть, например, переопределяем этот system out или создаем интерфейс. Ну, экземпляр интерфейса. Внутри теста мы это все проверяем и верифицируем, что данные действительно корректны. Ну и в after each, after all возвращаем в исходное состояние все. Например, здесь можно было бы очищать буфер, в который мы пишем данные. А взаимодействие с системой такое, да, что вот здесь вот before all, before each мы в нее идем, вот тестируем и... Система. Тестируемая система — это получается в данном контексте ваш экземпляр интерфейса. Вы его пытаетесь протестировать, вы к нему сходили, что-то от него получили. Дальше вызываете какие-то его методы внутри теста. Verify делается тоже внутри теста, но он просто сам по себе существует. Ну, то есть, как это там сделать? Если вы дадите на вход число нолик, на что там ноль делится? Ладно, давайте 3. Если вы даете на вход число 3, то у вас должно вывести число физ,
И вот это можно проверить, да, что действительно вам вернулась строчка с одним словом. При этом внутри, ну и смотрите, вот есть этот кейс Verify, да, что можно вообще проверять? Сейчас покажу вам примеры, да. Есть методы разные в JUnit. Есть такой метод, например, fail. То есть fail, либо пустые скобочки, либо вы в скобочках указываете какое-то сообщение, которое должно показаться, когда тест должен упасть. Или exception какой-то кидаете. Соответственно, как это может происходить, да, что вы, например, пишете какой-то try-catch, и вы знаете, что ваша программа никаких эксепшенов кидать не должна. Таким образом, вы пишете try, пишете catch, а внутри catch пишете fail. Если вдруг программу кто-то сломает и вылетит исключение, то вот вы поймете, потому что вы не ожидали эту штуку увидеть. Есть методы assert true, assert false. Ну, сюда передается, получается, boolean. Ну, если assert true и true, то все окей. Если assert true и false, то тест упадет. Есть проверки там на null. Объект, ну, проверяется объект, null он или не null. Есть вот такие вот еще проверки. То есть здесь проверится, что массивы по себе одинаковые и terrible. Если вы работали с интерфейсом, ну, с итерабл, итераторами, то вот они возьмут два итератора у объекта и пройдутся по ним полностью, убедятся, что все объекты совпадают. То есть так можно было бы коллекцию проверять, да, что у вас есть два там множества, например, set, в нем есть элементы, вы хотите убедиться, что они совпадают, ну вот почему бы не сделать итерабл equals, да. Но я не говорю, что так надо делать, просто как пример. Или вот assert line match. Даете на вход два листа со строками, он проверит их на equals все. Есть еще вот такая штука, same, not same. Здесь проверяется на равно-равно и не равно, то есть проверка по ссылке. И assert throws. Это как раз-таки проверка того, что вы ожидаете, что если вы вызовете какой-то метод с какими-то некорректными данными, ну, обычные исключения, ну, точнее, не обычно, а исключения должны кидаться тогда, когда исключительная ситуация. Соответственно, если вы хотите проверить, что у вас действительно бросилось исключение, то вот есть assert throws. В параметрах метода указываете тип исключения, который вы хотите, ожидаете поймать, а другим параметром указываете лямбду, что вызвать. Таким образом, да, как тестировать. Теперь, поскольку вот этот system out тестировать не очень просто, да, можно пойти по шагам. И для начала задачу упростить. Вот смотрите, вот это вот описание таски проверить уже в разы легче. Смотрите, вот здесь дается одно число от 1 до 100. Значит, тут доподлинно известно, что если number меньше единички, значит, надо сказать, что вы не правы. Ну, не прав тот, кто использует этот метод. Если больше 100, то тоже сказать ему, что он не прав. Делается это обычно с помощью исключений. Ну и, соответственно, чуть-чуть, да, здесь нет уже никаких циклов, только верификация, этап верификации. Ну и смотреть, да, что если делится на 3, там вводим одно, 5 другое, на 15 третье. Ну, либо число конвертируем в строчку. И при этом у вас, смотрите, у вас есть явный результат. Он не уходит куда-то в непонятный терминал, да, какой-то system out, а вот вы явно получили результат того, ну, вот, типа дали входной параметр, получили ответ. И это легко проверить с помощью теста, да. Вызываете тестом print, здесь передаете тройку, в результате должно у вас быть слово fizz. Тогда можно было бы взять и проверить, типа, ага, assert equals fizz, print, это типа 3. Совпало, значит, все классно. Не совпало, не очень классно. Вот, таким образом, на этом с лекцией все.
Дальше будем разбирать, как это вообще в коде писать, что с этим делать. Поэтому, ну и с третьей, да, и дальше, да, с третьей, как это, вот сейчас пока еще лекция, да. Вот это как бы очень простой, да, вариант задачи. Типа дали число, получили ответ. Ну то есть, смотрите, по-хорошему ваши все то, как создаются, когда вы пишете код, по-хорошему надо думать о том, как этот код тестировать. Тогда будут создаваться более-менее правильные названия методов и названия интерфейсов. В итоге это все, ну то есть, как это называется-то, блин, вот метод, у него есть, типа, есть параметры, сигнатура, вот сигнатуры методов будут корректнее и удобнее для использования, потому что вы пишете и сразу же проверяете, сразу же вызываете свои же методы, которые написали. Таким образом, вы можете понять, что удобно ли вы API сейчас разрабатываете или не очень, потому что сами начинаете его сразу же юзать. Ну, как здесь еще можно было упростить, да, что давайте давать 1 до 100. Ну, можно было бы диапазон еще сузить. Давайте не от 1 до 100, от 1 до 5, ну, до 15. А чтобы проверять было легче, если тут действительно цикл, то сюда можно было бы передать еще массив. Массив, в который вы бы заранее смогли вбить корректные данные. Можно было бы потом усложнить, передать сюда диапазон там и массив. Дальше передавать сюда массив, отказаться от массива, возвращать строчку, в которой будет все сконкатенировано. Но тут есть сложность уже, что надо еще строчку уметь делить на части по какому-то разделителю. То есть да, смотрите, вот кто-то... Было задание, что надо вывести числа от 1 до 100. И вот, казалось бы, пока вы это делали, можно было бы еще задуматься над тем, а чем разделять-то эти все числа и слова? Ну, кто-то просто делал print line, да, разделили переводом строки. Кто-то сделал print, потом в конце добавляли пробел. Кто-то там slasher еще добавлял. Но казалось бы, над этим тоже можно было бы задуматься. А почему вот... Ну, то есть какой разделитель должен быть между этими числами? Если я как условный постановщик вам задачи, говорю, выведите на экран, я могу забыть сказать, какой разделитель, а вы укажете там пробел, а мне хотелось дефис. Ну, как бы придется все переписывать. То есть это тоже такой, как бы, есть момент неоднозначности. Ну и плюс можно было бы создать в результате, там были люди, которые сдавали несколько реализаций интерфейса. То есть это тоже, как бы, имело право на жизнь, то есть вы сделали там один пишет в терминал, второй пишет там файлик, например, третий пишет еще куда-то и так далее. То есть может быть реализации много разных, и они могут чем-то отличаться. Ну потому что, смотрите, условия не совсем не полны, есть какой-то элемент недосказанности, неоднозначности, который нужно как бы по максимуму учесть. То есть, допустим, если вы начнете писать вот эту программу, где от 1 до 100, то тут неизменно встанет вопрос, а как проверять, что вот по какому символу вот эту строчку делить? Типа, если мы все сейчас положим, склеим в одну строчку и вернем все эти результаты цикла от 1 до 100, то по какому символу нам эту строчку теперь поделить, чтобы найти вот эти токены отдельные? Не очень понятно, да? То есть если вы в тесте укажете пробел или слэшен, ну, вы можете ошибиться, потому что разработчик указал дефис или что-то другое. То есть пока вот, и пока происходит этот мыслительный процесс, типа создадим что-то, потом начнем тестировать, начинает создаваться более, ну, как бы корректный, правильный код, потому что начинают задаваться те вопросы, которые бы не задавались вами самому себе, если бы вы просто пытались бы решить эту задачу, ну, как бы я отделаться от нее побыстрее. Собственно, вот, тогда теперь давайте перерыв минут 15, а дальше я буду показывать, как это все делать. Все. Так, ну, смотрите, значит, вот интерфейс лекции, да? Тот, который вам был показан в упрощенном варианте задачи. При этом, если вы... Ну вот,
вернемся к вопросу того, что кто-то переименовал интерфейс, назвал его типа AI. Но если погуглить информацию, достать дополнительную информацию, то выяснится, что FizzBuzz — это такая типа детская игра. Поэтому можно было бы не дописывать AI, а назвать это FizzBuzz Game, допустим, да? И было бы все нормально. Название было бы подходящим, и не надо было бы добавлять лишних символов. Теперь, чтобы что-то протестировать, вот у вас там был Gradle, с помощью которого вы должны были создать проект. И там есть такой класс, как файлик build.gradle. Если брать последний JUnit, то он подключается вот двумя... 6 строчек, да, вы подключаете движок для тестов и подключаете саму либу. И говорите, что для тестов надо использовать вот именно ее. Если вы это сделаете, то у вас проект не заработает на самом деле, и тесты не подключатся. Ну, то есть вот это надо дописать, это я допишу, закину в репозиторий. Но даже если оно там будет, у вас не заработает. Надо будет еще открыть вкладку Gradle. Вот тут вот справа, которая в идее. И нажать тут на, ну, вот на этот кружочек, да, который типа Refresh All Gradle Projects. И только после этого он вот эти библиотеки дополнительные подтянет, дополнительные зависимости. И ваш проект начнет понимать, что он умеет работать с тестами. То есть Gradle, и тут вот есть кнопка Refresh All Projects. Ну и, соответственно, появится папочка Java, но уже зеленая. Синяя папочка — это про точку входа для исходников. А зеленая — это для точки входа для тестов. Это, собственно, можно увидеть в идее. Где-то тут. Так, ну тут что-то не отмечено, ладно. Ну, я к тому, что синяя и зеленая — это цвета IntelliJ IDE. Где-то в другой среде может отличаться. Соответственно, если вы это добавите и нажмете там «Обновить», то вы сможете писать ваши тесты. Давайте теперь попробуем что-нибудь сделать. Во-первых, у вас есть интерфейс, и надо сделать его какую-то реализацию. Собственно, вы берете, создаете новый класс, говорите, что он наследник этой штуки, вам говорят, слушай, ну тут что-то не хватает. Реализуй методы. Вот, у вас появилась какая-то реализация. Unsupported Operation Exception, реализуйте это. Дальше можно нажать там ключевое слово. На Mac это Shift-CMDT, либо создать руками, но есть горячие клавиши, чтобы создать тесты для какого-то класса. Вы жмете Create New Test, вас спрашивают, ага, типа JUnit 5 использовать, назовем. Также называется класс, только с суффиксом test. Положим его в такой же package, ну и можно сгенерировать какие-то дополнительные методы. Ну, не будем ничего делать, нажмем OK. Вам Java сама генерит этот тест. И дальше можно... Сейчас... Так. Нет, не то. Слишком далеко. Вот, дальше можно писать собака тест. Модификаторы тут не нужны. Ну, давайте назовем его просто тест. Здесь сделаем new FizzBuzz simple game. Print 0. Казалось бы, все должно заработать. Но очевидно, что тест у вас красный. То есть как это делается? Да, пишется тест,
вы потом убеждаете, что он не работает, что он красный. То есть вы, это вам нужно для как бы успокоения, что тест действительно работает. Вот вы этот тест написали, если он красный, значит все ок. Когда вы поменяете вашу программу, он должен стать зеленым. Давайте теперь почитаем на спецификацию. Да? Напишите программу, которая на вход подается число от 1 до 100. Ну окей. Стираем этот троус. Надо что-то вернуть. Что там? Тест. Input. Тогда это можно назвать. Вот, пишем программу. Вот теперь вызываем наш класс, выдаем 0. Ну, смотрите, работает. Теперь тест стал зеленым. Все тесты прошли, все классно. Мы сделали шаг вперед. Дальше вам говорят, что типа, ага, на вход. Давайте попробуем дать на вход какое-то другое число. Дадим на вход минус 1. Вы это запускаете, тест все равно зеленый. Ну, казалось бы. Так. Ну, то есть, смотрите, сейчас кейс того, что надо проверить граничные значения, он немного такой отдельный, да? Давайте вот здесь назовем этот тест correct input и сделаем тест. Ну, то есть желательно в тесте написать, что вообще происходит. То есть не надо делать тест 1, тест 2, надо какие-то осмысленные задания давать. Название. Ну и так как кейс с граничными значениями немножко вырожденный, этот тест сейчас тоже будет зеленый. Но вы-то знаете, что он должен быть неправильный. Ну, то есть он не должен быть зеленым просто потому, что на вход должно подаваться число от 1 до 100. Поэтому вот здесь, казалось бы, желательно написать, если число меньше нуля, то давайте выбросим исключение. Number should be great. Or equal, ну, 0, да? И есть вторая граница, да, что если number больше, чем 100, то выбросить то же самое. Только здесь написать 100. Таким образом, вы себя уже каким-то образом обезопасили от некорректных данных. Ну, точнее, здесь больше даже ничего не надо проверять, да? Не число вам дать не могут, зато могут дать не то число. Ну вот, сделали две проверки. Теперь надо проверить, что они работают. И получается, тест с корректным входом проверку прошел, а тест с некорректным — красным. Вылетел вот или говорю аргумент exception. Ну, можно было бы написать здесь. Assert. Как там? Assert throws. И вот он просит какой-то класс ему на вход дать. И что-то, что надо выполнить. Класс исключения плюс executable — это является... Ну, лямбды. Так. Значит, мы знаем, что в этой ситуации должен вылететь телеговый аргумент exception. Соответственно, пишем здесь класс, здесь пишем лямбду, здесь вызываем минус 1. Теперь, если запустить этот тест, то тест пройдет, потому что ожидалось исключение, и ура, у нас после вызова метода появилось это исключение. Ну и тут еще идея подсказывает, что можно сократить до одной строки. Ну, есть второе граничное значение, да, это больше 100, здесь там 0,100. Вот теперь у вас как бы, теперь вы уже проверили границы. А, смотрите, вот, тест неправильно, да, написан, 101 надо написать. Вот он желтый, он прошел не до конца.
Дальше можно... Теперь смотрите, вот у вас вот эта вот штука вызывается несколько раз. И если вернуться к лекции, да, то там есть такой, такая аннотация before all. То есть зачем вам вызывать, создавать экземпляр этого класса каждый раз, если его можно создать один единственный раз? Значит, делаем static void create там, physbus. Ну, желательно везде делать название говорящее, потому что если у вас вдруг будет иерархия тестов, наследники, да, то можно случайно переопределить. Поскольку метод статичный, а в статичных методах можно использовать только статические переменные, то, значит, создаем private static. Здесь, конечно же, берем интерфейс. А внутри before all его создаем. Ну, создаем уже, получается, конкретную реализацию. И в этих во всех кейсах это меняем. Таким образом, избегаем дублирования кода. Вот, тесты все еще проходят, все окей. Да, теперь давайте читать дальше. Да. Напишите программу. Окей, на вход пойдет число от 1 до 100. Если число кратно 3, то программа должна вернуть слово физ. Ну окей. If number. А, даже не так. Читаем условия сначала. Если число кратно 3, то должно вернуть слово физ. Ну, давайте напишем такой тест сначала. Тест, ну, допустим, физ. Значит, даем сюда число кратное 3. Мы знаем, что 3 кратно 3. При этом оно должно вывести нам физ, поэтому пишем assert equals тут вот физ. И здесь результат. Ну, сигнатура, да, смотрите. Одно значение вы ожидаете, expected, а второе — это то, что получилось в результате. Ну, то есть вы знаете, что если число кратно 3, значит, должно возвращаться физ. Ну, давайте добавим сюда еще 3, 6, 9, 12 и 15. Везде ожидалось физ. Давайте его запустим. Вот, теперь мы видим, что тест на самом деле не прошел. Он сейчас желтый и говорит, что, блин, неправильно. Ожидалось физ, а пришло ничего. Окей, давайте починим программу теперь. Но мы, по крайней мере, знаем, что тест что-то проверяет. Теперь смотрим, если number делится на 3, вернем, соответственно, физ. Перезапустим этот тест. И он стал проходить. Значит, ну, эту часть мы написали корректно. То есть мы уже, ну, то есть вот эти две строчки прошли, и мы знаем, что программа работает правильно. Вернемся теперь к следующей. Да, если число кратно 5. Пишем теперь второй тест. А, даже не так. Вот здесь 15 можно удалить. Здесь напишем, скопируем, тут напишем бас. Здесь 5, ну и 10. Удостоверимся, что он все еще не работает. И он действительно не работает. Дополним нашу программу тем, что если число делится на 5, вернем другое слово. Ну и если перезапустить все эти тесты, то все прошли. Все тесты зеленые. Дальше идем дальше по условию и смотрим. Если число кратное 3 и 5, то должно вернуться физбас. Заходим в тест. Число, которое кратное 5 и 3, это 15.
И здесь мы ожидаем увидеть вот это вот физ и бас. Как можно заметить, наш тест не работает, но при этом работают все остальные. Хотя, слушайте, вот здесь вот давайте вернем еще 15. Тогда, когда мы напишем вот тут вот тест на 15, сейчас все сотрем. Вернемся назад. Вот, запускаем тест. Тест проверяет все чиселки, да, до 15. Все окей, все прошло. Теперь смотрим числа, делящиеся на 5. Добавляем соответствующий код. Ну, добавляем сначала тест. И здесь тоже есть число 15, но теперь оно должно вернуть другой результат. Не тот, который вы ожидали ранее. Но при этом не проходит, а только новый тест, старый все еще прошел. Старый все еще зеленый. Теперь попытаемся починить этот тест, да, сломавшийся. Он же один сломался. Значит, ну напишем, если делится на 5, то вернем бас. Теперь мы это все перезапустим. И увидим, что... Так, что? Он все еще некорректный. Ну, понятно, почему. Потому что здесь return. Ну, мы должны починить тест. Давайте местами поменяем. Теперь этот тест починился. Все классно мы сделали, а этот сломался. Ну, как бы грустно, да? Значит, что-то не так. Надо еще подумать. И тут... Мыслительный процесс приходит к тому, что надо почитать условия. Ну, потому что уже противоречие, да, как бы трем должно вернуться физ, пяти должно вернуться бас, но у нас два противоречивых теста. На вход даем одинаковое число, результат разный. Открываем условия, видим, если число кратное трем и пяти, то должно вернуться физ, бас. Ну, окей, давайте тогда эти два теста сейчас вынесем в отдельный. Здесь делаем 15 физбас, отсюда все удалим. Ну вот, теперь этот не проходит, потому что возвращается другое. Но те прошли, ну, потому что мы удалили оттуда код лишнюю проверку. Ну, теперь вопрос, куда это поставить? Да, поставим вот сюда. Вот если number mod 15 равно 0, вернем эти вот символы. И как можно заметить, тест не починился. Блин, значит, поставили не туда. Ну что же, надо починить тест. Поставим другое место. Поставим самое начало. Вот, ура, верно, все тесты зеленые. Ну, смотрите, окей. Все, программа написана. Иначе, не написано, иначе программа должна вернуть число в виде строчки. Теперь возьмем число, то, что ни на что не делится. Ну и чего, если нам дали на вход единичку, мы должны вернуть единичку. Если дали двоечку, то двоечку, если дали там... 4, 7, ну, и 8, да? Вот тут должны возвращаться числа. Ну и вот мы видим, что тест не проходит. Надо его теперь чинить. Идем назад сюда и дописываем. Здесь теперь return не эта штука, а делаем return number. Если просто вернуть number, то у вас не получится, потому что Java скажет, что required Java long string, потому что в сигнатуре возвращаемый тип string, а вы возвращаете int. Чтобы из int сделать string, надо добавить просто пустую строку слева. Тогда у вас получится строчка. Перезапустим все эти тесты. Но все равно что-то не проходит.
Кто знает, что не проходит? Она ожидает int. Да, она ожидает int, а надо написать строчку. Напишем строчку. Ну вот, окей, теперь все тесты прошли, и можно было бы сказать, что... Ну, программа максимально корректна, да, казалось бы. Ну, то есть можно придумать еще много разных тестов. Но вот в течение 20 минут, казалось бы, все уже было охвачено. Все, что можно было бы, да, и код получился довольно простым. Ну, в домашней было сложнее, потому что вы не могли делать return внутри. Теперь можно предположить, что... Ну, теперь смотрите, теперь у вас есть кусок кода, который умеет выводить, ну, по числу, понимать, какой результат должен появиться. То есть даем на вход. И мы этот метод протестировали. Вот есть тест этого всего. Теперь давайте назовем это не FizzBuzz Simple, а FizzBuzz Word. Ну или конвертер, как-то сказать, ну или Word. Вот, генерирует слова по числу. FizzBuzz Word генератор. Говорим, что тест надо тоже переименовать. И надо наследника переименовать. И здесь еще поле в тесте переименовать. Ну ура, теперь вот у нас есть FizzBuzz Word генератор. И не print здесь, а generate. Ну вот, окей, у нас есть интерфейс. Ну давайте, чтобы нормально это называлось, назовем это impl. Хоть как-то все переименуем. Вот у нас есть генератор теперь значений. Ну и тест, соответственно, не сломался, он просто... переименовался, и тут стало другое название. Если его перезапустить, все еще корректно. То есть, казалось бы, вот в данный момент был произведен некоторый рефакторинг, который мог что-то сломать. Но поскольку у нас есть тесты, мы их можем перезапустить и убедиться, что все еще все работает правильно. Ну, теперь давайте усложним задачу, да? Давайте теперь сделаем здесь цикл какой-нибудь. Создадим какой-нибудь, допустим, еще один интерфейс. Java класс, здесь интерфейс, окей. Ну, давайте ближе уже к делу, да, FizzBuzz. Вернемся к тому, что было, FizzBuzz Simple Game. Здесь есть, получается... Ну, а теперь давайте для простоты будем возвращать не одну стрингу, а массив строк. Даже не массив строк. Давайте не так. Здесь сделаем void, здесь укажем заполнить. Здесь назовем это... Ну и все, больше ничего не надо. Здесь на вход надо подать массив. Массив строк. Ну и так как это интерфейс, нам эта штука... Ну, назовем его нормально. Соответственно, хотим заполнить наш массив тем, чем надо. Ну и помним, да, про граничные значения, что числа там от 1 до 100. Соответственно, есть диапазон такой вот. Мы о нем помним. Соответственно, можно через идею сделать рефактор. Generify. Ладно, не буду так делать. New Java class. Здесь делаем impl. Здесь делаем implements. Так, тут он опять попросит делать implements. Ну окей, надо как-то это протестировать. Как оно должно работать? Да, казалось бы, оно должно взять на вход массив. Здесь мы помним про
это условие, что число от 1 до 100, и порадоваться. Ну, давайте сейчас для начала создаем тест. В нем пишем давайте сразу типа тест incorrect input, да? Сразу сделаем before all. Fizz bus populator. Ну, допустим, так мы могли сделать, да? Что-то не так, не нравится ему. Ну, окей. Можем сюда передать now. Тест now array. Если его запустить, выяснится, что все сломалось. Он говорит, тест игнорит. А, да, он говорит, я все проигнорил, потому что before должно быть static. Ну вот, тест не прошел. Казалось бы, получилось unsupported operation, но по логике вещей тут, конечно, должно быть null. Ну, давайте попробуем избавиться от этой штуки. И вот будем делать ничего. При этом, так как метод называется populate, ну, тест неправильный, тест должен быть вот такой вот. Assert throws. Где? Давайте тот возьмем тест. Скопируем. Здесь должен быть, казалось бы, null pointer exception. Точнее, нам не нужен null pointer, нам нужен как раз illegal argument exception, когда на тот случай, если мы даем сюда null. Ну, то есть мы не хотим падать от NPE, но такой этот случай некорректный. Запустим тест, увидим, что он не проходит. Ожидали illegal argument, но ничего не произошло. Значит, что-то не так. Ну, давайте поправим. Вот, теперь вы задумались о том, что здесь может пройти что-то не то. Ну, окей, давайте вернем здесь null, true, illegal argument exception, array, should be not null. Но этого мало, да? Мы помним про диапазон из 0 до 100. Давайте попробуем ему дать. То есть какой массив должен быть правильный? Массив, правильный массив должен быть на 100 элементов. Больше там ничего быть не должно. Соответственно, если мы сюда передадим какой-нибудь там, ну, null мы уже не можем, можем передать 0. Должен быть illegal аргумент. Должно быть там 99 illegal аргумент. Но зато на 100 должно все сработать. Ну, не будем 100 проверять. А, да, еще есть, получается, сколько там? 101 есть граничное значение. Вот тут должно трижды упасть. Если вы это запустите, то вот он действительно падает. Но падает, потому что никаких исключений не вызывается, если почитать логи. Поэтому вернемся сюда и посмотрим. If array не равно 100, should be equal 100. Вот, обезопасили все второй раз. Перезапустили тест, окей, тест прошел. Значит, некорректный вроде как покрыли.
Ну, давайте теперь убедимся, что он работает как надо, да? Теперь, казалось бы, он должен вывести все как надо от 0 до 100. Значит, здесь можно создать этот массив. Сделаем это. Ну, ладно, сделаем внутри. Тест. Дата. Здесь 100. Вот, а как теперь проверить то, что он правильно это все заполняет? Ну, сделаем тут такой, на самом деле, лайфхак сейчас будет. Поскольку мы проверили уже до этого генератор, мы считаем, что он уже протестирован. Поэтому почему бы нам здесь не сделать FizzBuzz Word Generator? Создадим его. Ну и условие, да, что нам надо взять, пройтись по циклу от 1 до 100. И убедиться, что каждый, вот здесь пишем assert equals, получается expected будет generator, generate от i, а по факту у нас что-то внутри нашего массива, который расширили. Ну, убедимся, что тест не прошел, и тест действительно не прошел. Ожидали увидеть FizzBuzz, а увидели null. Не очень правильно, да? Давайте починим тест. Ну, не тест, починим нашу реализацию. Ну и теперь это казалось бы, да? Мы знаем, что массив не null, массив это 100. Ну, давайте просто возьмем здесь тоже, заиспользуем этот генератор. Почему бы и да, да? Казалось бы. Private. При этом, так как генератор нам нужен, вот не надо делать вот так вот. Вот так делать не стоит, потому что тогда на каждый заход в populate будет создаваться новый объект. Каждый раз, как вызываем метод, он создается. Надо сделать что-то более оптимизированное. Ну, сразу так. Сразу же делать это не буду, поэтому private, final, generator. И надо его как-то проинициализировать. Проинициализировать можно двумя путями. Можно здесь написать равно вот эта вот штука, а можно сделать конструктор. Ну, генератор сюда не будем подавать, просто его создадим. Ну и вот здесь к слову, да, что, смотрите, у вас есть final переменная, но если вы ее не проинициализировали сразу, то у вас еще есть шанс проинициализировать ее в конструкторе. Это тоже легальная возможность. Ну, this пусть будет. Ну все, окей, тогда мы теперь идем по циклу. И его заполняем. Ну, array давайте назовем не array, а data. Здесь it равно. Ну, окей, теперь тест должен пройти. Тот, который был. Ну вот, смотрите, все прошло. Взяли 100 этих символов, и у вас все получилось. Теперь у вас есть, получалось, уже получилось два класса. Один делает, ну, маленькую какую-то вещь, что он там генерирует числа. Второй эти числа умеет запихивать во что-то, что дали на вход. Ну и единственное, да, еще, что вот здесь вот, поскольку мы не даем никаких from to, здесь нужно еще указать, ну, желательно, да, делаете private, final. Да, кстати, генератору нужен, на самом деле, это один раз только, поэтому
private static final генератор. Ну и здесь его и создадим тогда. Формально он не нужен на каждый экземпляр, он нужен один раз. Что не так? Кстати, все нормально. Вот, типа, сделали. При этом еще нужно сказать, что у нас нижняя граница — это нолик, получается, да, а верхняя граница — это 100. И теперь у нас не какие-то магические числа здесь, там, 100, да, а у нас тут действительно что-то более-менее о себе говорящее. Ну и это давайте назовем number. Ну и, конечно же, это тоже нужно только один раз на весь класс, поэтому это тоже будет что-то, мне кажется, я не в том порядке тоже делаю идентификатора. Ну пусть так. Private static final int. Вот две границы у вас есть. Теперь можно пойти дальше и добавить сюда не просто массив, да, а сделать, поменять вот эту вот штуку и указать здесь from и to. Тогда в результате вам сейчас from to, и здесь передадим тот же самый массив, который был. То есть мы теперь должны заполнить его не полностью, а заполнить его там частично. Но при этом все вот эти вот изменения должны остаться такими, какие были. Ну, чтобы не создавать кучу всего, давайте здесь же его протестируем. Тест populate with с границами. Соответственно, fizzbus populator, populate from to. Вы знаете, что они там от 0 до 100. В общем, здесь надо провести сейчас ту же самую логику, что и с генератором была, да? Что если число некорректное. Но на самом деле, если вот сейчас сюда передать некорректное число, минус 2, минус 1, здесь дадим этот, создадим массив. То формально, если вот здесь ожидать assert throws illegal argument exception class на вот эту вот штуку, а тут вот переиспользовать, здесь тоже надо сделать еще override, да, второго метода. То есть формально надо было написать вот этот вот метод, а потом написать тот. Ну окей, давайте тогда сделаем вот так вот. Это сюда скопируем. Здесь этот массив, здесь назовем не array, опять data. Как сделать рефакторинг? Это типа, сейчас надо, сейчас выкинем пока вот этот вот тест. Вернемся к этой штуке. Теперь мы поняли, что у нас API неподходящий. Надо было по-другому методы писать, в обратном порядке. Потому что вот из этого можно всегда сделать, просто передать эти грани, да? Давайте здесь просто этот код скопировали в другой метод, а здесь сделаем populate lower bound, upper bound. И теперь, если зайти опять же в тесты, которые мы написали до этого, то можно убедиться в том, что они все прошли. То есть произошли какие-то изменения, вы вообще взяли этот, ну, взяли сейчас метод, отсюда все выкинули, отдали на откуп другому методу, и все еще тесты проходят. То
То есть у вас уже есть какая-то уверенность, что вы как бы все делаете правильно, вы еще ничего не сломали. Но может ли быть такое, что дополнительный... То есть вот этот метод работает все еще правильно. И у вас есть гарантия этого. И тесты вам это гарантируют. Вы это ранее проверили. Но непонятно, что вот с этой штукой, насколько она корректно работает, теперь новый этот метод. Как можно заметить, здесь ни from, ни to не фигурируют. Ну, можно попробовать сделать что-нибудь простое. Для начала дать что-то некорректное. Вот, вернемся теперь к этому тесту, попробуем его запустить. И он не прошел. Говорит, ничего не выбросилось, хотя ожидался illegal argument exception. Ну окей, давайте его починим. То есть как его чинить, да? Если from меньше этой штуки. Ну, ладно, сейчас ускоримся. Или from больше этой штуки, то выбросим исключение. Ну, конечно, так не надо писать исключение, надо писать нормально. То есть сообщение в эксепшенах надо писать так, чтобы вы потом поняли, что это и откуда вообще. Откуда вы поймете по стэк-трейсу. Ну, вот здесь, допустим, вылетает три исключения одинаковых. Ну, и желательно еще указать подробности какие-то. Того, что происходит. Тем более, что это unchecked exception. Вот, вернемся теперь к тесту. Ну и запустим все. Ага, все еще не проходит. Ну, не проходит, понятно, почему. Потому что надо было вот так. Вот, теперь все прошло. Также заметим, что на самом деле вот этот вот string data создается каждый раз. Ну, точнее, дважды уже вот создался он. Ну, давайте его вынесем before each. Create data. Но тут есть, конечно, подводный камень, что для вот этих вот тестов предыдущих этот массив тоже будет создаваться. Для этого теста и для этого. То есть желательно это вынести куда-то отдельно, эти тесты. Соответственно, здесь делаем private string data. Здесь говорим, что data равно new string. Ну и оно всегда, по идее, должно быть длины 100. Почему бы и да? Здесь это сделаем тоже. Private static final data size int. Ну и before each, чтобы никого не путать, добавим его в начало. Теперь вот это можно стереть и убедиться, что тесты все еще проходят. Ну, заодно мы убедились, что как бы поменяли что-то в тестах, тесты все еще проходят, ничего не сломалось. Окей. Некорректные данные. Ну, здесь надо бы еще что-то написать. Ну, давайте теперь проверим границы, да? Сейчас. Тест range получается. То есть, допустим, мы вот эту штуку вызываем с чем? Ну, давайте 10-15. Даем на вход этот массив, и нам надо теперь проверить с какими-то данными, которые мы знаем, что они правильные. Ну, давайте назовем это expected new string на 100 и сами его заполним, да, получается 10 ни на что не делится, это должно быть 10, 11 ни на что не делится, оно должно быть 11, ни на что не делится, точнее делится на 3,
Здесь должно быть так вот. Окей, спасибо. Здесь 13, 13, 14, 14. Или на что он делится? На что-то? Нет. Здесь физ бас. И есть теперь assert arrays. Да, и смотрите, на самом деле вот это вот все, оно вот здесь вот просто взято и заимпортировано статиком. То есть вот это вот явно заэкспортировано, сделан импорт, и вы это используете просто как before all. А эта вот штука, это получается метод в классе assertion. И чтобы вы могли использовать этот метод без указания вот этого класса, существуют статичные импорты. То есть импорт static. Без этого надо было бы писать вот так вот. assertion.assertArray=. Ну и здесь еще заимпортить его. То есть импортируется весь класс, в котором есть вот эта вот куча методов. Там fail, assert всякие. Но чтобы не писать так много, можно заимпортить конкретный метод в классе. Ну вот с помощью import static. Но в случае тестов все обычно знают, что assert там equals — это про ассерты, поэтому делают статичные импорты. Ну и теперь смотрите, получается, все будет null, а вот эти вот как-то должны засетиться. Соответственно, есть expected, а есть результат вызова вот этого метода. Там. А, он массив-то не вернет, он заполнит массив data, а дальше мы проверяем, что expected с ним совпадает. Ну окей, не совпадает, да, говорят, что типа ожидали null, а пришло physbus, причем в нулевом индексе. Но если запустить там все вместе, то все еще проходит. Вот только один не работает. Ну, давайте вернемся в тест и посмотрим, да, что не так-то было. Ага, вот здесь написано if number lower bound to then, тогда делай. Значит, тут надо поменять равно from, здесь to, и тут еще... Ну вот, сделай меньше, как некоторые делали, да? То есть такая ошибку легко допустить. И видим, что тест не прошел, но уже не прошел по другой причине, что на 15 индексе должен быть physbus, а это null. Но при этом мы знаем, что 15 индекс — это была границей, и идем и фиксим баг. Вот, сразу баг пофиксили заодно. Теперь это мы запустили, вот. Но теперь сломалось что-то еще. Сломался другой тест, который сказал, что... Ага, вот мы до этого выяснили, что тест неправильно написали, да? Проверяли, или правильно. Array index out of bound exception, index to out of bounds. Ну, вы поняли, да? То есть вот сейчас сделали, казалось бы, незначительные изменения, но при этом кое-что сломали. А сломали другую границу. Теперь, если передать на вход 100, то здесь будет меньше равно, и массив сломается. Ну, давайте пофиксим. И number меньше. Зато, как бы, смотрите, зато теперь, видите, да, теперь вы убедились в том, что у вас тест что-то проверил. Он действительно что-то проверил, и когда допустили ошибку, он сломался. При этом тест написан был когда-то раньше. Ну и заодно, проверяя тест, тут можно... Ну все правильно, вот проверили 100, но выяснилось, что программа на вот этом самом крайнем значении работает неправильно. Вот, ну а теперь, чтобы сделать из этого домашнюю, которая вам была дана, да, то получается здесь достаточно взять вот так вот, сделать еще третий метод. Ну,
Без интерфейса. Так, public, void. Здесь возвращалось у вас домашний string, получается, да? Здесь было вот так вот. Тут было from to. Даже не надо так делать. Давайте просто возьмем. Сделаем implements. Соответственно, домашний. FizzBus. Вот print там был. А, блин, print был void. Нет, еще надо шаг, окей. Идем дальше. Public void. Метод. Здесь from to. Здесь делаем string. Ну, что тут как-то называть? Create. Давайте тоже назовем populate, только заполнить. Ну, это больше подходит под слово generate, на самом деле. Generate answer. Ну и казалось бы, да? Давайте возьмем и... У вас есть теперь from to, это какая-то... Ну, смотрите, мы всегда знаем, что мы должны эти штуки в диапазоне. При этом наш код написан так, что он ожидает массив длины 100. Ну, давайте создадим, сделаем простой код. Здесь вызовем new string на 100. Здесь сделаем populate from to. Передадим этот массив. Дальше надо его завернуть в строчку. И вот непонятно, какой делимитер тут использовать. Встал вопрос, да? Не очень понятно. Ну, давайте сделаем. Пользовались стримами когда-нибудь? Да, кстати, как конкатенировать? Да, берем, делаем string builder. String builder равно new string builder. Потом for. Потом здесь можно сделать какой-нибудь for each. Здесь идем по ответу. В string builder делаем append этой штуки. Ну и казалось бы, да, смотрите, ну все, вернем string builder to string. То есть до этого было все TDD, да? Мы сначала писали тест, потом писали код. Теперь мы сначала написали код. Казалось бы, давайте его теперь протестируем. Это называется не TDD, это наоборот. Last driving development. Past. Короче, в обратную сторону. Сначала есть две методологии, да, противоположных. Одна сначала пишем тест, а потом код. Вторая сначала пишем код, потом тесты. Ну, давайте сделаем это методом интерфейса. Здесь назовем generate answer. Вернем это сюда. Добавим сюда метод. Ну и чтобы это уже было домашнее, то достаточно было бы, получается, вот так вот сделать. Сейчас сделаем сразу конец. Так, здесь должен был бы метод быть print. Вот он print. Вот они from to. Ну и казалось бы, да, ну давайте сделаем system out println. Вот этой вот штуки generate answer. Вот домашнее за 4 этапа решилось. Ну, надо еще проверить вот эту вот штуку, да, generate ответ. Кстати, неправда. Не работает сейчас. Эта штука не работает, потому что у вас в массиве будут дырки из элементов вида null. Давайте допишем. Ну, то есть, смотрите, что вот здесь, казалось бы, должно ожидаться, да? Все уже.
Убедимся, что тут все еще все работает. Все еще все работает. Ну вот и казалось бы, да, что если здесь мы хотим вызвать вот эта штука, допустим, 0,1, то мы, наверное, хотим видеть не всю, весь массив, да, а только вот эти два числа. Что тут не так? Ну, то есть сейчас вот эта вот штука будет представлять из себя кучу налов. Можно вывести cout res в тесте. Он как-то работает. Если его запустить, то вот fizzbus 1 и куча нал без разделителя. Выглядит как-то не совсем красочно. Наверное, вот эта вот штука должна возвращать не полный массив с этими нулами, а только ту часть, где нулов нет. Without null. Ну, почему бы и нет? Вот, теперь назвали правильно эту всю штуку. Что теперь делать с кодом, да? У вас есть массив на 100 элементов. Ну, казалось бы, здесь уже надо код рефакторить, чтобы создавать массив не на 100 каждый раз, а только на ту длину, которую надо, и тут вот все сдвигать, ну и так далее. Но это есть такая проблема, да? Вы, когда пишете код на работе, вы думаете, все вы сделали, потом к вам приходят, говорят, а надо еще что-то дописать. И выясняется, что та ваша архитектура, которая была, она не совсем корректно, и надо либо костыли делать, либо все переделывать, ну или частично. Ну вот в этой ситуации, да, смотрите, вроде как все вот тут вот шло гладко. Написали метод, написали второй метод, потестировали все, дошли до сюда на какой-то итерации, и выяснилось, что мы теперь нулы не хотим, мы хотим просто ответ через какой-то разделитель. Но получается, что наша вся логика зависела от того, что здесь в массиве 100 элементов. И теперь у вас неэффективный код получается. Если оставить так, как было, ну и переиспользовать вот эти методы ранее написанные, уже протестированные и рабочие, то вы будете создавать, ну, лишнюю память создавать, что не очень хорошо, которая вам не нужна. А иначе надо сделать массив по размеру to минус from, там, сколько, плюс один, а вот тут вот начинать сдвигать. То есть не data number равно чему-то, а data number минус from. Тогда у вас будет эффективно по памяти это все работать и меньше работы происходить. Но с другой стороны, казалось бы, да, смотрите, вы вот это все написано, и к этому написаны тесты. Поэтому причем тесты исходят из того, что здесь должен прийти на вход массив из 100 элементов. Поэтому если это все сейчас поправить, то ничего не должно сломаться. Давайте перезапустим тест. Все работает. И теперь надо для вот этого метода generate answer without null сделать более приемлемый вариант возвращения массива. Ну, либо не делать, либо сразу строчку генерить. Давайте, в общем, сразу генерить строчку, чтобы не переделывать сейчас ничего. Но тогда мы не переиспользуем код, который уже протестирован. В общем, окей, переделываем код. Здесь оставим массив, но массив теперь будет у нас не на 100 элементов, а на другое количество. Есть ли где-то тут проверки? Тут нет проверок, нет проверок, нет проверок. Казалось бы, надо поменять вот эту вот штуку. А, вот, есть третий. Data len не равно upper bound. Надо вот здесь вот взять и написать меньше равно. Точнее, если больше 100, то уже неправильно. Все, что меньше, это, в принципе, валидно.
Ну окей, теперь значит считаем in, значит, что тут? Distance, ну или when to минус from плюс 1. Создаем массив на столько-то элементов, даем его на вход и выводим. И вот здесь надо еще сделать... Здесь, получается, цикл уже будет другой. Здесь надо написать from index, а тут написать data index минус from. Тогда все будет... Ну и вот здесь тоже надо индекс минус from. Нет, все правильно. Тут мы из индекса from вычитаем, а здесь надо передать как раз то число, которое было. Нам надо главный массив корректно заполнить. Должно теперь это заработать? Или что-то сломается? В общем, неизвестно. Давайте посмотрим. Вот кто-то пришел, какой-то набег сделал на ваш код, пока вас не было, пока вы чай пили, и запустил тест, и, о чудо, что-то сломалось. Теперь вы знаете, что, во-первых, тесты опять же работают, а во-вторых, что кого-то надо поругать за то, что он тест сломал. Ну, или не поругать, но чинить все равно надо. Смотрим, что не так. Да, ага, вот был тест range, давали массив на 100 элементов, сделали 115, проверили два массива, оказалось, что они отличаются. Должно было быть null в нулевом индексе, а там стоит bus. Как раз-таки потому, что он сдвинулся. Окей, что не так? Не так, все, проблема в логике, да, что здесь все еще ожидали, что массив будет на 100 элементов, и поэтому впихивали в середину массива. А теперь логика такая, что надо запихать в начало. Ну, теперь-то он этот метод берет и пытается в самое начало массива впихнуть это, а не в середину. В общем, домашний усложняется просто на лету. Шаг за шагом. Все больше энтерпрайза. Надо как-то поправить, да? Насколько это проблема? На самом деле, если дали массив из 100, то пусть бы он и был таким. Нет же никакой проблемы. А если массив дается меньше, то давайте сдвигать. Почему бы так не делать? Ну окей, тогда поменяй метод populate. Это вот уже начинаются. Типа, давайте сделаем мини-костыль. Вот сейчас мы тут чуть-чуть... Не будем делать все идеально, но уже как бы время много, поэтому давайте ускорим. Начнем как бы, как это называется, сами с собой договариваться, идти себе на уступки. Главное, чтобы тесты прошли. Наша цель — сделать зелеными тесты. Ну что, ну давайте, типа, если дата, длина... Так, здесь заведем переменную int сдвиг shift, она равна нулю, и в дата меньше, чем 100, то shift будет равен, соответственно, 100 минус длина. Если дали массив на 99, здесь 100, тут будет единичка, ну все правильно. Тогда вот здесь будет не минус рама, а минус сдвиг. Будем теперь ориентироваться на размер массива. Проверим наши тесты. Ну, этот тест починился. Все теперь классно, но сломался теперь другой. Теперь говорят, что надо, типа... Вот теперь очень сложно, видите, код сломать. Вы начинаете ломать код, костыли добавлять, а тут все, блин, ломается. Что, generate? А, это новый тест, он, соответственно, не прошел. Ладно, на него еще можно как бы потом на него обратить внимание. Но выясняется, что мы здесь делали обработчики некорректных массивов. Так, а что не так-то? Если есть метод populate,
А, ну понятно, был метод populate, он вызывал другой метод populate, а этот проверял, внезапно стал разрешать массивы меньшей длины. И из-за этого все сломалось. Значит, как это починить? Ну, значит, ну давайте код поменяем. Теперь у нас будет опять не 0,100, а как бы какой-то from to. From end to inside вот этого диапазона. Ну, вот все. Тогда у нас будет здесь все корректно. Так, а как сейчас? Надо подумать. Мы должны разрешить давать сюда на вход массивы меньшего размера. Из-за этого надо сдвинуть. Эта штука вызывает от 0 до 100. А так как у нас массив меньше, ну давайте будем вызывать здесь не 0. Здесь будет все еще 0, а тут будет вот этот наш сдвиг. Ну и так как это делается сейчас дважды, ну давайте вынесем это в приватный метод. Здесь дается вам массив. Есть длина. Попробуем еще раз. Еще больше тестов сломалось. Теперь говорят, что индекс. Так, начнем с того, что мы чинили сейчас. Во-первых, сломался массив с нулом. Ага. Ну окей. Давайте теперь, значит, надо проверять на null теперь везде. Вот здесь вот передали null, все сломалось. Окей, assert null, ну или check. Check null. Вот так и назовем. Здесь string data. Здесь теперь проверка раньше была тут. Теперь ее запихнем сюда. Все, и будем вызывать теперь метод. Проверим, что наш массив не пуст, не null. И будем это делать в каждом методе, потому что мы могли прийти из разных мест. Посмотрим еще раз. Ага, тест null array починился. Уже хорошо. Теперь вернемся к concurrent array. Ожидался illegal аргумент, а пришел array index out of bound. Потому что массив нулевой длины. Ну окей, значит, мы сделали здесь неправильную проверку. Здесь на самом деле надо не check null, а check is empty. И здесь проверять, ну, дополнительно, что if data больше нуля. Ну, даже не знаю, check array. Constraints. Или как это назвать? Если размер, значит, меньше, чем низ, или если размер больше, чем верхняя граница, то, ну, в общем, неправильно, да? Типа, так и напишем. Data len меньше нуля. Data len. Ну, теперь, казалось бы, да, check array constraints. Вот это тоже можно убрать проверку. Она уже есть. Теперь мы проверим сразу массив на все, что надо. Но incoherent array не сдается. Теперь он говорит, ну все еще говорит, что illegal аргумент, хотя ожидался
Прилетел индекс out of bound. Ну, казалось бы, да, вот мы вызвали populate. Populate пришел сюда, проверил вот на эту штуку. И должен был выкинуть illegal аргумент. А, потому что здесь должно быть... Смотрите, так, data len не может быть меньше, чем 0. Поэтому здесь достаточно проверить if data равно. Это нолик. Ну, то есть так и напишем тогда 0. Но второе условие, что оно должно быть больше 100. Data len меньше data is empty. Так, теперь не сдается вторая часть, которая говорит, что 99 — это тоже некорректное значение. Значит, мы поправили сейчас код и поправили неправильно. Ну, давайте поправим правильно. Здесь больше. Что могло пойти не так? А, так здесь все пошло так. Здесь, смотрите, массив был длины 100, это было нормально. Вернемся назад. Index out of bound. Значит, проблема где-то не здесь. Проблема была... Вот, упал он здесь, то есть сдвиг неправильно посчитали. Индекс минус 1 вне границы длины 99. Значит, когда-то. А from и to нам дали 100. Ну, то есть 0. Получается, мы взяли из нуля, вычли. Смотрите, в тесте... Так, сейчас вернемся. В тесте было указано 99. Первый индекс — это был нолик. Сдвиг оказался единичкой. 100 минус 99 — 1. И у нас вылетел индекс минус 1 из-за этого. Где он тут? Ну, в общем, вы видели, где-то... Вот, минус 1. Причина, что array index out of bound, минус 1. Значит, мы неправильно сдвигаем эту штуку. Казалось бы... Если массив больше... А, тут возникла проблема с тем, что до этого давали диапазон внутри, а теперь дали диапазон с краю. И вот этот from... То есть нельзя, получается, индекс уменьшать до нуля. Так, ну, во-первых, вот здесь вот shift равно... Есть специальный метод для этой штуки уже. Это все удалим. Shift можно оставить навсегда. Но если перезапустить, ничего вообще не изменится. Давайте, как решать проблему? Здесь было нолик, сдвиг единичка, индекс отрицательный. Проблема в том, проблема на самом деле в другом, что вот откуда, давайте еще раз посмотрим на эту штуку. Значит, здесь дали на вход массив из 99, а эта штука проверила длину массива и сказала, что теперь от нуля до сдвига. То есть здесь мы... Сейчас. Тут мы проверили, то есть должны быть границы от 0 до 99. Смотрите, ну казалось бы, логика некорректная. Здесь надо не calc shift сделать, а здесь надо все-таки... Это вообще, ну да, сдвиг. Берем 100, вычитаем размер массива, и здесь должно быть 99. Теперь ошибка на самом деле в том, что вот тут вот надо было взять и... Не вычитать вот этот сдвиг. То есть этот сдвиг уже там проверился в том случае. Но сейчас что-то опять сломается. 99. Чему не нравится. Illegal аргумент exception, но ничего не произошло. Теперь не дождался он illegal аргумент, потому что теперь этот кейс валидный. Тест можно удалить. Но 101...
Все, теперь все проходит. 101 корректно, 0 некорректно. Now проверили ранее. Остальное все теперь можно. Но теперь не работает вот этот тестик, да, где давали на вход массив из 100 элементов. Где он там, before each создавался. И пытались проверить, что он эквивалентный. Но так не вышло. Почему оно так произошло? Expected 1 пришел 0. Ну, в общем, непонятно. Давайте... Ну, то есть, почему оно так, не очень ясно. Давайте внесем дополнительную информацию. На самом деле, assert equals позволяет еще... Сейчас. Писать сообщение. Вот, там есть третий параметр, который можно добавить. Это сообщение, которое надо показать, когда ошибка произойдет. Ну, давайте напишем i равно плюс i. Перезапустим тест. И видим, что i равно единичке, ожидалось 1, а вышло, получился нолик. Ну, давайте даже... Generated. Вот так вот здесь делаем equals. Вот так. А тут еще что-нибудь добавим. Собственно, вот. Хотя, нет, что это не надо все делать. Ну, точнее, все и так понятно, да, что типа ожидалась единичка, потому что это сгенерило единичку. А по факту пришел null. На первом же из индексов. Что произошло не так? Теперь он... Давайте в качестве... быстрой проверки сделаем вот так вот. Array равно arrays, есть такой класс toString, и он позволяет массивы из массивов делать строчку. Перезапустим еще раз тест и увидим, что ага, вот здесь записалось физбас, дальше ничего больше не записалось. Довольно странное, да, явление. Поэтому запустим это еще раз. У дата размер 100. И теперь выясняется, что вот где бага, да? Здесь вы читали длину, и если дать длину 100, то 100 минус 100 — это 0. А этот метод предлагает... То есть там, где должно быть ту, на самом деле передается нолик. Потому что вот этот код написан неправильно. То есть как его написать корректнее? Надо найти div между... То есть смотрим div. Максимальный размер минус дата длина. Это разница. А from должен быть таким, что... Так, что? Если здесь получается вот так, вот минус это div. Ну, разумно, да? Теперь если... Как это по-нормальному написать? То есть надо вот отсюда вычесть вот это, то есть вот так вот. Вот уже лучше тогда здесь останется div. При этом минус на минус дает ничего, поэтому... Сейчас upper bound, минус это div. Если это вынести, ну так логично, теперь у нас правая граница должна быть просто длиной массива. Вот, что тут, не надо больше париться. Вот, тест прошел. Ура. Посмотрим, что с остальными. Вот, все остальное тоже прошло.
Божественно все получилось. Через какую-то немножко боли. Так, теперь что вот с этой штукой? Что она вообще непонятно, что она вылила-то? 0,1 было, и вот у нас действительно физбас 1. Ну, давайте сделаем 15. Вон все работает. Физбас 1,2, физбас 4, физбас 7,8, физбас и так далее. Ну вот, казалось бы, вот в этом вот месте домашнее могло бы быть. Ну то есть, если сейчас вызвать print, то он, казалось бы, точно так же будет корректно работать в каком-то смысле. Потому что там берется просто string и выводится. И теперь тогда... Ну здесь еще понятное дело, что надо еще какой-то разделитель добавить. Если так сейчас сделать, придут вам и скажут, давайте вот здесь пробел все-таки добавим между этими символами. И при перезапуске теста... А, он ничего не... Блин, конечно, он не сломался, он же ничего не проверяет. Справедливо. Assert. Ну вот, давайте сделаем просто тест 0.1, даже вот 0.2. Получается, здесь должно быть вот так вот, потом 1, потом 2. Ну и чтобы вот так вот. Вот, если вызвать его, то он сломанный. Код написали не так, потому что там есть уже разделитель. И теперь надо понять, как... Ну, собственно, берем и ставим тут разделители. Но казалось бы, это уже что-то не очень правильное, потому что вот тут еще надо пробел. Вот, кстати, здесь потенциальная ошибка. Если делать все уж совсем корректно, да, то еще в конце надо пробел не забыть, не поставить. Его, по идее, быть не должно. И плюс, так как разделитель — это все-таки такая непонятная вещь, то ее можно было бы вынести в конструктор. Вот тут не было никакого конструктора. Делаем конструктор. Здесь делаем уже не статик. И при этом это должно быть char. Его здесь передаем. Здесь пишем this. Теперь у нас сломались тесты. Ну, не тесты сломались, а сломался конструктор. Вот он говорит, хочу там этот разделитель, ну давайте. Делаю здесь, делаем символ и делаем пробел. Что не так? Char, и тут char. Ну и теперь мы можем, казалось бы, не боясь, да, поставить здесь пробел, просто потому что мы знаем, что он, ну или типа тест делимитер плюс 1 плюс делимитер плюс 2. И теперь тест сломается на том, что лишний пробел все еще там стоит. Сюда кликнуть, вот тут укажут, что есть div такой, вот тут пробельчик лишний. Поэтому давайте поправим еще код. И вот так уже получается нельзя написать string res. Надо писать по-другому. Надо написать нормальный цикл. Здесь пишем добавление. Answer it. Здесь делаем минус 1. И тут еще добавляем. Вот так вот. К
Кстати, такой код можно посмотреть и в Java-программе, если взять, например, ArrayList, у него найти toString. Есть у него toString? Значит, у листа есть. Ну, они делают чуть по-другому итератором, но у них тоже вот в цикле, получается, есть условие, что если вдруг мы пришли к концу, то добавь скобочку закрывающуюся, а иначе ничего не делай. Ну, собственно, это, ну или что там, arrays, может, в массивах такая штука. Сейчас вернемся. Вот массив интов, например. Да, вот у них просто такой цикл, что они опять же типа смотрят, если равен последнему, то поставь финальную скобочку, а если не равен, точнее поставь ее и выйди вообще из этого метода return, а иначе добавляй вот эти запятые с пробелами. Ну, собственно, здесь вот примерная аналогия. Вот, теперь тест прошел. Есть нормальная эта штука. Ну, а, собственно, чтобы сделать саму домашнюю... Ну, то есть, смотрите, вот сейчас уже все. Казалось бы, вот этот вот generateTransfer, он работает как-то более-менее корректно. Метод print делает все то же самое, только делает println. И остается только убедиться в том, что systemout, ну и там еще тестов надо написать, да, но еще надо убедиться, что systemout пишет, что это именно в systemout пишется. Это вот то, что, которое выводит на экран. Типа, что если договориться, что экран это systemout, то надо убедиться, что ваша программа действительно это и делает. Ну и для этого есть вот такая штука. Я просто ее покажу. Вот кусок кода, да? Что у вас есть, вы знаете, что ваша программа должна записывать данные в systemout. При этом у system есть такой метод setOut, чтобы сказать, что а если вот не в поток вывода, да, Java программы, а куда-то в другое место, то можно это переопределить. При этом в Java есть такой класс, вот byte array output stream. Ну и setOut хочет себе на вход print stream получить. Такой вот классик, который, у которого есть методы вида, ну, собственно, print и println. PrintStream создается от какого-то буфера от OutputStream, а буфер от OutputStream является собой, по сути, буфером. Просто буфером символов. Вот если в него зайти, то тут просто есть буфер из каких-то байтов. И он умеет расширяться. Соответственно, ну окей, давайте создадим свой сет, сделаем свой system out. Сделаем этот тест буфер byte array output stream, обернем его в buffered. Ну то есть иначе вот без этой композиции вы просто не создадите print stream. Print stream нужен что-то, являющееся output stream, а output stream нужен какой-то byte array. Ну buffered, потому что print stream создается от output. Ну, короче, вот такая вот штука, да? Берем, значит, тест-буфер, его создали один раз и зафиксировали системный, тот, который был до тестов. Это как раз вот про это setup и teardown. Вот мы перед всеми тестами сохранили в переменную то, что было в system-out, сказали, что теперь у нас system-out другой, а в самом конце, после всех, да, вернули этот systemout в исходное положение. То есть ваш тест изменил среду вашей всей программы, но после своего выполнения он вернул все на место. Потому что если не вернуть setout, то, возможно, где-то у вас есть другие там тесты, которым это надо, и они сломаются. Ну вот все, что поменяли в начале, все вернули на место. Ну и здесь кейс, да, что можно там перед каждым этим создавать этот классик, а после каждого этот буфер чистить. Ну и теперь, если вы вызовете этот print, то systemout, ну давайте сейчас мини-тест
тест. Тест систем. А, вот возьмем теперь, получается, вот этот new fizzbus populator info. У него вызовем метод print 0 до, ну, 20, допустим. И он просит делимитер, да? Давайте разделителем будет черточка. Запустим все эти тесты. Соответственно, они должны все пройти, потому что в тесте ничего не проверяется. И он там один всего. Но я это все не к тому. Я хочу сказать, что если теперь вывести этот буфер, который создавался, тест буфер, и запустить. Ну и где он там? А, ну, конечно, типа systemOutPrintLine. Ладно, так, 0-0. Так это же нормально. 0-0 сделать. Запустим еще раз. У буфера есть теперь... Так, тест буфер. У него есть метод toString. У нас получается stringResult какой-то. И надо убедиться, что вот этот... Получается, нулевой, вот они совпадают. Он говорит, не совпадает, actual пусто. Что сделали не так? Запустим все тесты еще раз. Все еще не совпадает. Так, ну и чего? Здесь string builder возвращает строчку. Это делается println. А, проблема в чем? Что надо... Смотрите, проблема глубже. Когда делали вот так вот все просто... Где он там? Вот когда вы писали, когда пишется systemoutprint и systemoutprintline, на самом деле это не гарантия того, что ваши... То, что вы написали, действительно напишется. Там есть два вида, ну, то есть, там есть проверки. Смотрите, вот если зайти в println, тут написано print, написано newline, зайдем в print, здесь написано write, а тут написано if autoflush или там slash n, то тогда сделай flush. Иначе flush не делай. А flush — это метод, который явно говорит о том, что надо эти данные все-таки по назначению записать. Ну, допустим, если у вас есть какое-то HTTP-соединение с вашим сервером, и вы пытаетесь в респонс этого соединения записать данные, то они не гарантированно вам, что вы вызвали print какой-то, и они записались. Вот только когда вы вызовете flush, только тогда Java-программа попытается в это соединение записать то, что вам надо. Соответственно, ну, просто с системным аутом это работает корректно, он там автофлашится. Соответственно, здесь надо было взять и сделать system. systemout.flush. Типа закинь данные, ну, отправь данные с концами, чтобы они там остались. Теперь, что не так? Теперь slash-n появился. Потому что здесь сделали println. Ну, окей, давайте напишем print. И вот, ура, у вас, ну, как бы, вот протестировалось. То есть данные писали systemout, и вы можете изнутри тестов это все проверить. Проверим еще разделитель. Получается, должно быть вот так. fizzbus 1, defizz 2. Запустим его еще раз. Он говорит, нет, разделитель у меня другой. Почему так? Так, ну это что-то... не входило в планы. Минус actual. А почему разделитель-то не... Ладно, еще раз код посмотрим. А, потому что вот у нас есть бага. Смотрите, написали тест, нашли багу. Должен был быть пробел, точнее, должен быть разделитель, который задали, а стоит пробел, захардкоженный.
Но он же у нас есть, давайте писать сюда то, что надо, вот delimiter. Все, запустили. Ну, ура, все совпало. Теперь у нас тот разделитель, который надо. Сделаем здесь свой шен, допустим. Здесь тоже сделаем свой шен. Ну, окей, все, вот все работает. Ну вот за полтора часа мы написали и решили домашнюю задачу. И мы знаем, что она работает правильно. Зато теперь, если кто-то поменяет ваш код, то он сделает это... Но он не сможет просто так взять и что-то вам сломать. Придется... Да, но зато как бы это решение намного эффективнее того, что было, потому что оно... проверяет границы, ну то есть оно более, смотрите, это решение более качественное стало. Во-первых, мы теперь можем явно задать разделитель, во-вторых, там у нас проверяются вот эти эксепшены из-за границ неправильных, и при этом мы еще умеем теперь тестировать те данные, которые в системаут записываются. И более того, если кто-то поменяет код, он будет уверен, что есть тесты, которые его защитят от несанкционированных изменений. Ну, понятное дело, что времени это заняло больше, но зато в будущем при изменении кода у вас этот рефакторинг займет меньше времени. Потому что обычно проблема какая, да? Есть какой-то код, к нему нет тестов, вы его меняете. Если система еще не покрыта ими, то вы должны это закинуть куда-то. И вы еще не потестировали сами. Вы не потестировали, вы закоммитили там в мастер, не в мастер, подождали, пока это все закинется на среду для тестов, куда придут тестировщики, посттестят руками, они могут не заметить. А если заметили, но если они заметят, то это уже много времени прошло. Вот здесь сейчас вот я что-то поменял, и сразу все сломалось. А без тестов вы могли бы что-то поменять и заметить это там только через там, часа 3-4, и вообще другой бы человек это заметил. И пришлось бы опять все это читать код, разбираться и все это проверять. Но это не серебряная пуля, потому что не все можно покрыть тестами. Некоторые тесты очень сложно писать. Но, по крайней мере, юнит-тесты для маленьких вот этих утилит, да, написали какой-то метод, его потестировали, который ни от кого не зависит. Ну, то есть, смотрите, вот такие вот методы просто идеальные кандидаты на тестирование. Да? Они как бы маленькие, они небольшие, покрыли их тестами и забыли про них. Просто в более сложных случаях не всегда легко написать тест, и проще его просто не делать. Но это совсем уже сложные кейсы. А вот, ну, юнит-тестирование, вот у вас есть какой-то маленький метод, он что-то делает небольшое, вы потестили, и у вас в итоге получилось много-много маленьких разных методов, и вы потестировали ваш API. И, собственно, в конце, да, что... Так. Вот, есть, смотрите, ссылки. Все еще то, как надо писать код, как скобочки расправлять. Потом есть ссылка о том, про вот этот G-Unit. Там много примеров и книжка, но книжка платная. И есть вот тот же самый пример, только более обширный. Там парень пишет игру «Виселица», где надо слова угадывать. И вот он показывает, как с помощью test-driven development написали тест, написали код, написали тест, написали код, создать эту программку. И он там 2 часа это видео ведет, но час он показывает, как писать тесты и создавать эту логику, а второй час показывает, как писать автотесты. Ну, то есть написали код и сразу все покрыли. Вот довольно интересная штука, как это все делать. И есть ссылка на то, как это делают в кровавом энтерпрайзе. Эту же штуку. Ну, там очень много кода, он непонятный сходу, и это выглядит как очень большая боль. Ну, можете... Ну, короче, так делать особо-то не надо, просто если действительно система становится большой-большой-большой, то вот, ну, вы посмотрите сами это дома, то в каком-то степени такой код писать становится необходимостью. То есть если вы сделали в домашней один метод, там, на 10 строк, то тут вот 20 классов, там, чтобы это все сделать. Ну и тесты еще поверх накинуты. Посмотрите это. Просто это о том, как стрелять, как бы это.
из пушки по воробьям. В общем, когда задача не соответствует тому, какие инструменты для нее надо использовать. Собственно, все. Спасибо за внимание.